Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Король Жуков. Ну что, мы становимся с тобой на четвертом уровне, это аванпост. Дай-ка посмотрим, может быть. У нас деньги есть? 80 монет, это фигня. 80 монет, я ничего не смогу купить. Король, наш авангард повержен, и враги идут на нас, у них заложники. Не сдавайся, мы обязаны выиграть сражение и спасти пленных. Улучшенный пулемет хорошо справляется с натиском быстрых и маленьких врагов. Одинаково хорошо поражает наземные и летающие цели. Вот так вот. Быстро поражает наземные и летающие цели. Пулеметик, да, получается? Хорошо, поставим здесь пулеметик. И... Вот здесь. Ну, еще, наверное, надо будет поставить на всякий случай. Что-то узнать, что еще. Еще может один пулеметик поставить? Куда-нибудь здесь. Поехали, посмотрим. Или подожди, мы можем еще, наверное, поставить, да? Да, можем. Но это пока такой обычный, самый простенький пулемет. Это была первая волна, что ли? Так, жучки. Блин, какие-то слишком мощные жучки. Так, тараканы побежали там. Орда тараканов бежит. Пробили. Следующая волна, смотрим. Тин-тин-тин-тин. Так, их тут многовато. Подбили. Не успели они там пройти никуда. Так, а что если я здесь... Вот так вот, наверное, и... А, больше не могу, да? О! Что такое у нас? Жуки тащат какую-то фигню. Коряшку какую-то. Так, стоп. Да ну нафиг. Что, одни пулеметики, что ли, везде ставить эти, получается? Кто-то летит, пчелы. Летит пчела. Не долетела. Ага. Хорошо. Опа, они прям из пещерки вылезли. Блин, опять этот шершень. Что если сюда... Давай еще один поставим пулеметик. И еще один, наверное, пулемет. Ой, а тут-то коряга ползет. А, нет, нормально, мы подбиваем ее. Успеваем. Замечательно. Так, если я сюда еще поставлю, например, пулемет. Мало ли пройдут оборону, чтобы мы могли их подбить. Есть контакт. И сюда еще поставлю. Так, скоро, ребята, будет последняя волна. Наверняка будет супер жесткая. Слушай, может быть, надо пулемет был один сделать? Мне же не зря сказали. Приготовься к пулеметной этой фигне. Не просто же так, наверное, дали. Я, наверное, построю один пулеметик где-нибудь, я не знаю, может тут. Вот так вот. Угу. Ну что, последняя волна, ребят. Что там засвистело? О, смотри, они за какую коряшку спрятались. Букашки-то эти. Молодцы.
Блин, эти мелкие, они просто отвлекают наших, понимаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а это что там? Это что там летит? Ой-ой-ой, это что за шершень? Есть. Хорошая работа, ребята. Окажите помощь раненым и доложите обстановку. Небесный муравейник, король. Сэм, ты в порядке? Я так рад. Я тоже рад, уж думал, что больше не увижу наших мордочек. Я хочу поговорить с дедушкой, где он? Мальчик мой, никто не видел его после краха волшебного дерева. Как? Дедушка? Не переживай, мы найдем его. Уверен, что он что-нибудь придумал и спасся. Твоего деда не так-то просто одолеть. Я сделаю все, чтобы его найти. Хм, они, значит, деда ищут, оказывается. Супер. Так, и мы с тобой идем далее. А тут, интересно... А, тут еще... О, тут есть... Йо, просто там, ребята, есть продолжение. То есть это не вот это вот только просто карта, а еще дальше там есть. Так, у нас 150 монет. Я могу зайти же... Куда я хотел зайти-то? В магазин. Честно говоря, не в этот магазин, а вот в этот. Так, у меня есть очки для улучшения? Похоже, что нету, да? Дальность замедления 20%. Ну, купим давай. Угу. Так, это не то. 120 монет. О, мы можем прокачать, улучшить. Все, ребят. Меч выкован с учетом индивидуальных особенностей муравьев. Легкий, но очень острый. Лучшее оружие и верный друг настоящего офицера. Может быть, надо было вот этот взять сразу же. Прокачка стоит нифига 400. Нет. Пускай он с таким пока походит. Ну что, ребята, переходим на следующий уровень. Начать. Волшебное дерево было сердцем леса. А теперь он умирает. На том берегу реки расположился не один батальон жуков. Страшно представить, сколько их там. Давайте разгоним их. Дед многому меня научил. Уверен, мои идеи помогут одержать победу. Я не ошибся. Из себя вырос отличный муравей и боец. Жуки наступают. Укрепить позиции. Подсказка. Дополнительный муравей значительно улучшает башню, повышая ее основные характеристики. Перетяните муравья-героя выбранную вами башню. Помните, вы всегда можете забрать его обратно или же переместить его в другую башню. Муравей-наемник также улучшает башню и помогает выиграть сражение, но в отличие от муравья-героя, после его применения в бою покидает вас до окончания боя. Улучшенная классическая башня стреляет утяжеленным ядром, хорошо справляется с большими бронированными жуками, не реагирует на летающие цели. Так-с. Как тут лучше, я не знаю. Поехали так. Так, начать. На ускоренном. На ускоренном. Но отлично. Так, по одному пулеметику здесь поставим, наверное, да, пока. Здесь все отлично разобрали. То есть такое ощущение, что мне вот эту всю дорожку надо будет чисто заставлять катапультами. Как бы других пока у меня нету идей. Например, замедляшка. Че, катапульты, да? А тут... Пулемета нету, да? А, нет, там стоял же пулемет. Ты, просто совсем про него забыл.
Я совсем про него и забыл там. Так, сюда, наверное, тоже надо будет поставить. Сюда. Наверное, сюда. Вот так вот. Сюда. Везде, короче. О! Тяжелые коряги идут. Почему тяжело? Потому что они, ребята, разбираются еле-еле. Вот это все мелочи, она просто на изи чикается. Но вот все остальное. Вот все остальное вообще не разбирается вообще никак, ребят. Чуть не прошел, это посмотри. Так, пулеметы-то будут строчить сегодня мне? По этим мухам, муравьям по этим. Так, может быть тут так прокачать ее? Что-то у нас до сих пор еще на офигенной скорости мы их играем. Последняя волна, что ли? Быстро до нее добрались. Да ты посмотри, сколько тут коряк бежит, летит. Полюбуйся. Это что, нормально, что ли, считается? Да какое-то в одно место нормально. Это вообще не нормально. Так, тихо, ребята. Давай, 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 строчи. Жук какой-то гигантский на Карла напал. Карл, отбивайся. Ну, есть. Муравьёвы ангелы, превосходно, Сэм. А ведь когда-то ты не мог разобраться даже с лепестковым кораблем. Ты до сих пор это помнишь? Никому об этом не рассказывай. Лепестковый корабль. Так, ребят, доступна новая ловушка граната «Антижук». Эта ловушка действенный метод защиты от небольшого количества врагов средней силы. Простая и легкая в использовании технологии. Посмотреть. Оу. Ого. Список ловушек, взятых в бой. Так, окей. У нас 110 монет. Я могу себе... Нифига себе, не могу ничего сделать. К сожалению, пока ничего не хватает. То есть, гранаты тоже, блин, прокачивать можно, но пока никак. 2 очка действий, что я могу? Да ничего мне не хватает. Так, ладно, Карл. Пора, наверное, нам идти на следующий поединок. Вот сюда. Каменное полено. Вот так вот. Больно видеть, как умирает лес. Понимаешь, Сэм, жизнь устроена так, что иногда приходится пережить много плохого, чтобы подарить своим потомкам светлое будущее. Такова жизнь. Как же тяжело терять дом и родных. Не отчаивайся, у нас будет новый дом. Мы проведем к другому волшебному дереву наш народ и спасем лес. Даю тебе слово короля. Угу. Король, оцени мое новое изобретение. Гранату, радиус поражения которой шире, чем обычно. Только будь осторожен, я намерен истребить врагов, а не покалечить короля. Не беспокойся, я потренируюсь на панцирях жуков.
Подсказка. Так, ловушка является грозным оружием. Для активации притяните ее из слота на дорожку. Индикатор перезаряжается. Укажет, когда ловушка будет снова доступна. Всего в бой можно взять только 3 типа ловушек. Улучшенная катапульта способна атаковать площадные цели на большом расстоянии, но не может стрелять в упор. Мертвая зона. Повышенная сила урона. Угу. Карл у меня стоит там. Жуки попрут фиг знает откуда. Откуда эти жуки попрут? Не знаю. Поехали. Начнем потихонечку. Вон они. Бегут откуда. Ну здесь хорошо, здесь у нас длинный рукав. Не рукав, а длинная друга. А, они еще вот по этому пути могут же пойти. Да-да-да, могут пойти спокойно. Надо будет и здесь тоже что-то как-то уплотняться нам. Но только когда они пойдут, еще неизвестно. Может прямо сейчас, может попозже. Уже пошли. Блин, это еще такие жуки, которых не так-то легко подбить. Оу, щит. Ребята, я переигрываю. Это бред. Там без этих делать нечего. Хоть и граната-ловушка есть, конечно. Но лучше сделать вот так все-таки. Сюда еще поставим. Поехали. Так, первую волну мы пройдем на изи. На каком только изи, блин. Да. Так, ну что. Давай, наверное, как по старой памяти сделаем так. И так. И, наверное, пока все. У нас есть ловушка еще, кстати. Не забываем о ней. И не забываем, что у нас есть помощник, которого мы можем поставить в любую из катапульт. Ну, из любого вида оружия, короче. В любую башенку. Они еще отсюда могут же пойти. Верно же? Давай вызывать следующую волну. Они ведь могут пойти? Могут. Они идут. Ёк-макрёк, мы так будем. Упс. А вот этих ты не собираешься, да, бомбить мне? Нет, бомбит. Если вот так сделаю. Ух. Слушай, шикарно она подбила их. А где тут? А, вон она копится, понял. Тебе хватит мощей их уничтожить? Конечно, хватит. Но не всех. Ладно, поставим сюда пулемет. Так, на крайний случай. Ну что, следующий. Может быть, нам этого жука сюда вот поставить? Пускай сидит. Можно еще, кстати, поставить, наверное, вот это вот. Ай, коряги идут. Интересно, как коряга... Что-то я так и не понял, как она бомбит. Она, по-моему, которые в защите идут, очень плохо их пробивает. Тебе так не показалось? Которые идут именно спрятанные под этим... Под деревяшкой, короче. Если, например, я сюда вот еще поставлю. Ну, давай, 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 давай. Мне не хватает чуть-чуть буквально. Что-то ты как-то так слабенько бомбишь, пушка. Так вот сделаем. Вызываем следующую бомбу.
Опять коряги идут. Ну, так себе, ребята. Я думал, честно говоря, будет получше эффект. Но эффект такой себе. Угу, здесь справились. Так, а жужелицы наверняка же будут жужелицы. 100%, не может же быть, чтобы их тут не было. Наверное, вот здесь вот. Блин, не хватает. Вот тут хорошо, у нас все как бы прикрыто, да? Башенками. Что там, что здесь. Единственное, что на два фронта они работать не смогут. У них не получится защищать и там, и там. Предпоследняя волна, ребята. Я даже не применяю яблочную эту ловушку. Как бы пока мы и без нее справляемся. А катапульты же можем... Точно, мы же можем прокачивать. Я совсем забыл. Упс. Стоп. Да блин. Я хотел скорость уменьшить. Твою налево. Вот так вот. Вот тебе, ребята, и жуки, блин. Там-то что происходит? Твою налево. Так вы не собираетесь, да, ничего делать, я так понимаю? Прорвались, прорвались жучары. Тут дело дрянь. Дай хоть земляху возьмем. Хоть как-то, ребят, компенсировать, ну, потери, я не знаю. Так, вот поставим. Этих сразу бомбить надо. Ё-парасоте. Вот так они и проходят, за счет того, что мы просто отвлекаемся на всякую ерунду. И это неправильно. А-а-а, как у горелый бежит просто. Фух. Справились, ребят. Только на две звезды, правда, опять. Потому что нанесли повреждение нашему муравьишке. Ну что, друзья, на этом сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!